Всем привет, друзья! Саня здесь. Сейчас 5:45 утра. Я пью воду с глютамином, ровно так же, как это делает LeBron James. Let's get it! Глютамин с утра стоит употреблять, если вы хотите избежать перетренированности. Он имеет некоторые тренировки больше 2 часов в день, а иногда их может быть больше 2 в день, не считая игр. Вчера я отправился в магаз, чтобы закупить все необходимое для сегодняшнего дня. Кушает LeBron довольно классную еду, много сахара, поэтому сегодня будет максимально вкусно. Все калории я буду считать и выводить на экран из каждого приема пищи. 1, 2, 3, put your eyes on me. 5, 5, 6, and my feelings are mixed. 7, 8, 9, I just follow the signs. 10, kiss me in the rain. 1, 2, 3, you're too blind to see. 5, 5, 6, that I'm taking the risk. 7, 8, 9, I just follow the line. У LeBron'а худшая диета в мире. Спросите у него, что он ест на завтрак. Это французские тосты с клубникой. А после этого он просто идет и забивает сверху через кого-то. Как это может работать? Он ест десерты во время каждого приема пищи. Он ест так, что ты не понимаешь, как это работает. LeBron уникальный персонаж. Он любит сладости, он ест десерты и французские тосты. Просто невероятно, как его тело сжигает все это. Цитирует Томпсон из Talk Basket. Сделали покупку, у нас все получилось на 623 гривны. Где-то в районе 20 баксов, но так как здесь есть продукты, которые будут использоваться еще, такие как рис. Я сделал тосты, намазал их арахисовой пастой, также творог, и это все посыпал клубникой. Так начинается утро LeBron'а Джеймса. Сейчас 7 часов утра, и я уже не могу дождаться, как я это все сожру. Но перед этим я вам покажу, сколько здесь калорий. Табличка появится где-то вот здесь. Еда выглядит очень вкусно, я не могу себя больше сдерживать. Погнали! Ребята, совсем не обязательно кушать так же, как это делает LeBron James, чтобы стать таким же большим и сильным. А его антропометрия, хочу вам напомнить, 110-115 кг примерно при росте в 203 сантиметра. Нужно найти конкретно питание под себя. Если вам нужна подробная программа питания или тренировок, вне зависимости от ваших целей, я помогу вам в ее составлении. Напишите мне в личное сообщение в любую из соцсетей. А я закончил с первым приемом пищи и сейчас буду ждать второй. Он будет в 9:30, как это делает сам король. Прием пищи номер 2 в режиме LeBron'а Джеймса – это протеиновый коктейль. Единственную ротацию, которую я сделаю, это заменю чернику на клубнику, потому что чернику я банально не нашел в супермаркете.
эти упражнения я взял из одного источника в интернете и выписал себе в блокнот. Сейчас я буду все выполнять по этому списку. Леброн начинает свои тренировки со скакалки. Он разминается 30 секунд, потом переходит к приседаниям с резинкой, делает на 10 раз. И дальше следует пресс с резинкой и броски. Весь перечень упражнений Леброна Джеймса за одну часовую тренировку вы можете увидеть у себя на экране. Они все несложные, и я попытаюсь вложиться в один час. Единственным отличием моей тренировки от тренировки Леброна будет то, что мячи ему подает ассистент, а я буду подбирать и подавать себе мячики сам. Последним упражнением и одним из самых важных в комплексе является растяжка и прокатка на валике. Пожалуйста, не упускайте это, Леброн это не пропускает, поэтому он один из лучших игроков NBA. Данная тренировка прошла у меня за чуть больше, чем час времени. У Леброна она занимает 1 час ровно. Я бы сделал ее быстрее, если бы не пришлось устанавливать камеры и мне кто-то бы ассистировал мяч. Не самая сложная, но очень эффективная тренировка, на мой взгляд, для улучшения качества вашего броска и стабилизации, чтобы вы лучше чувствовали себя в пространстве во время игры в баскетбол. Мы хорошо потренировались, теперь пора подкрепиться, как это делает сам Леброн. Вернувшись с тренировки, приняв душ, сейчас я покушаю, потом запишу планы на следующую тренировку, потому что у Леброна их может быть 2. И также я добавлю дневной сон, потому что Леброн это практикует, по 1-2 часа в день добавляя, чтобы лучше восстанавливаться. Так как просыпается он действительно рано, эти час или два будут отличным плюсом к его восстановлению. Третий прием пищи будет сэндвич с лососем. 12 часов дня. Погнали!
Прием пищи номер 3. Просто пушечка выглядит. По поводу калорийности, вот эта красотулька вместе с молоком получилось вот столько калорий. Единственное, что меня смущает, что вот этот вот сэндвич прекраснейший я буду есть с молоком. Я такого сочетания никогда не пробовал, но никогда не поздно начинать учиться чему-то новому, открываться новому опыту и пробовать что-то новое. Let's get it! Ребята, кого смущает сочетание рыбы с молоком? Если вы планируете повторять этот рацион, можете заменить лосось на говядину. Смысл от этого не поменяется, так как БЖУ одно и то же практически. Сейчас я сделаю коктейль, который делает LeBron James перед силовой тренировкой. Поехали! Кроме вот этого прекрасного коктейля, LeBron добавляет еще вот такой вот снэк. Выпиваем и наконец-то валим на тренировку, потому что сейчас уже 4 часа. Неплохой, необычный вкус, такое раньше я не пробовал. Поехали тренить. Придя в тренажерный зал, а в нашем случае на спортивную площадку, LeBron James уделяет огромное внимание разминке. 5-10 минут стоит проскакать на скакалке, потом сделать суставную гимнастику и перейти к разминочным подходам. Сегодня у нас будет всего 2 суперсета. Сначала мы жмем гантели лежа, в суперсете с тягой верхнего блока. Почему так мало, спросите вы? Эта тренировка делается только тогда, когда LeBron тренируется больше одного раза в день. То есть я сегодня с утра потренировал прыжок вместе с ногами и прессом. Сегодня я добиваю это все тренировкой верха тела. На каждое упражнение приходится по 10 повторений. То есть я, допустим, сделал сначала жим гантелей лежа под 45, потом тяга верхнего блока по 10 раз каждое. Между подходами я отдыхаю по 45 секунд. Между упражнениями по 5 минут. Кроме баскетбольных тренировок и проработки мышц кора, которые влияют очень сильно на работу ног, Джеймс не упускает также силовые тренировки на проработку верхней части корпуса. Если вы планируете повторять его тренировку в моем исполнении, то знайте, что вот эта тренировка идет как дополнительная к той, что я показывал ранее. Бич. Мир не такой уж солнечный и приветливый. Ребята, если серьезно, подобными тренировками на подобных площадках я хочу показать вам, что нету предела и нету вообще оправданий, не надо никаких искать, чтобы тренироваться усердно. Можно просто приходить на бесплатные залы, находить какие-то площадки, находить возможности, чтобы тренироваться и улучшать себя. Во время тренировки, неважно какой, баскетбольной или силовой, LeBron James выпивает не меньше, чем 1 литр воды. Так же делаю и я, и советую вам, ребята. Последним суперсетом в нашем комплексе будет сведение в блочном тренажере вместе с пулловером. Если вы хотите больше хардкора, то стоит уделить внимание только одной тренировке. Если больше двух, ну то есть две, как у меня, то лучше делать вот такие сплит-тренировки, чтобы не травмировать мышцы максимально, чтобы успевать восстанавливаться. Мы перемещаемся домой и будем готовить шестой прием пищи. Thank you.
Сразу после тренировки мы пьем протеиновый коктейль, который включает в себя сам протеин, креатин, воду и не воду, молоко, сок и мед. Креатин нужно употреблять после тренировки, потому что он восполняет запасы воды в нашем организме, что делает наши мышцы сильнее. По поводу сочетания молока и соком я до сих пор не могу привыкнуть, но все же погнали. Просто пушечный коктейль. Остался один последний прием пищи на сегодня. Сейчас уже 7 часов вечера, и в 9 часов будет последний прием. Let's get it. Taco Tuesday! Шестым приемом в списке нашего питания есть куриная грудка с рисом. Я это все модернизировал в тако, так как Леброн очень любит тако. Добавив сюда, кроме лепешки, куриное филе, которое изначально планировалось просто с рисом, и овощи, все по списку: помидоры, лук, базилик и разного рода приправы, лайм, ну все, что нужно, чтобы было в тако. Все это буду я запивать 300-250 миллилитров воды. Сегодня был максимально насыщенный день. Мне пришлось сделать две крутые тренировки от Леброна Джеймса. Первая из них направлена на бросок, на улучшение координации, развитие мышц кора и ног. Вторая, больше силовая, она была не самая максимальная по сложности, но была довольно прикольная. Я собрал очень много информации для этого видео, поэтому поддержите его также лайком. И в придачу я бы хотел вам сказать 4 совета от Леброна Джеймса для улучшения качества вашего сна. Первое, и я думаю, самое важное и сложное из всех правил по улучшению качества вашего сна, это то, что вы должны за 30-40 минут до его начала, то есть до начала сна, выключить все гаджеты. Ну, то есть их просто перестать использовать. Температура в комнате не должна быть выше, чем 20-22 градуса. Чтобы ваш сон принес вам как можно больше эффективности, вы должны выключить весь свет в комнате. Конкретно Леброн спит от 8 до 10 часов. Если он не успевает это сделать ночью, он добирает необходимые часы днем, как это сделал сегодня я. Час-два можно доспать, так сказать, на протяжении дня. Окей, я вам рассказал про сон, еда уже остыла, поэтому я сейчас постараюсь как можно быстрее ее истребить. Собрав информацию с интернета о тренировках и о рационе питания Леброна Джеймса, попытался повторить то, что делает король вне площадки. Я очень сильно старался, чтобы это видео было максимально информативным и понравилось вам. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые видосы. А с вами был Саня. Пока!